Залочки. С вами снова я, Светлана, из солнечной Испании. У нас прям погода чудесная, солнце ярко светит, пора готовиться к весне. Вы у меня на канале посидим, повяжем. Сегодня, девочки, я выпускаю большое объемное видео вот по такому кардигану, который вы своим голосованием захотели связать к наступающей весне. И мы с вами подробно-подробно будем разговаривать об этом кардигане и будем его вязать. В прошлом видео я попросила вас подобрать пряжу, посмотреть, каким узором вы будете вязать этот кардиган. Еще раз напоминаю, в оригинале он связан лицевой гладью, лицевой гладью, вот с такими красивыми глубокими ажурными карманами. И отделано все очень красиво кетлевочкой. Вы можете вязать точно так же лицевой гладью, никаких проблем нет, выбирать ажурный узор, либо же выбрать себе небольшой, такой некрупный рельефный узорчик, как выбрала я. Потому что у меня пряжа чуть-чуть потоньше, чем вот здесь на кардигане. И я хотела сделать его немножечко таким воздушненьким. Я показала вам узор рельефный и показала вам такую вот красивую сеточку, какую буду делать я. Хотите, вяжите точно так же. Хотите, подбирайте свои узоры. Вы уже должны были определиться с пряжей и с плотностью вязания. И сейчас я начинаю ряд вот этих моих кусочков монтировать, собирать в одно видео, чтобы в одном видео рассказать вам и показать вам, как вяжется такой кардиган. Это, девочки, моя, как бы сказать, идея, как я для себя вяжу. Я для себя буду вязать. Так же, как и в модели, снизу вверх обрабатывать все красиво кетлевочкой, делать цельновязанный, вот такой цельновязанный, укороченный до локтя рукавчик и глубокие, глубокие карманы. Вы можете моделировать по-своему. Вы можете, в принципе, вязать, отодвину немножко модельку сюда и покажу вам. Вы можете, в принципе, вязать вот так, ровно этот кардиганчик, и затем добирать длинный рукав. Вы можете вязать этот кардиган точно так же, делать небольшую, вот такую небольшую пройму и затем уже делать рукав. Это... У каждого на свой вкус. Кто любит э, вот такие спущенные рукава, кто цельновязанные рукава, кто именно вточные рукава. И это по вашему желанию. Я просто показываю принцип, по какому вяжу я. Вы им тоже можете воспользоваться. Итак, девочки, чтобы долго не останавливаться, кто не видел первое видео, загляните, посмотрите. А мы с вами движемся дальше. Итак. Я буду показывать и рассказывать. Вот так положу кардиганчик, чтобы все-таки чуть-чуть было его видно. И буду рассказывать по нашей модели. Итак, модель, еще раз повторяю, она сшивная. Она состоит из задней половинки, из двух полочек, в которых вывязан цельновязанный рукавчик. Исходя, опять же, из этой фотографии, где нигде нет никакого шва на рукав. Что нам нужно для начала нашего вязания, кроме того, что вы связали образцы и разобрались со своей плотностью? Я сразу говорю, что я буду показывать вам все в сантиметрах. Вы уже эти сантиметры как бы можете преображать в свою плотность, в свое количество петелек. Опять же, делать размеры на свой размер у меня еще раз записываю. Я буду вязать на окружность бедер 102 сантиметра. 102 сантиметра. У кого больше, меньше, естественно, делайте свои размеры. Окружность груди у меня 96 сантиметров. Я буду вязать снизу и буду пользоваться вот этим моим размером. Если у кого-то э, по фигуре грудь очень большая, а бедра поменьше, значит, естественно, вы отталкиваетесь от окружности вашей груди. Дальше нам нужно знать длину нашего рукавчика. Длину рукавчика вот от начало здесь плеча, не учитывая нашу планочку, и до конца, до конца нашего рукавчика я для себя измерила, я буду делать 35 сантиметров. Вы смотрите сами, можете еще длиннее делать, можете вязать и ровно, и затем довязывать рукав. Дальше мне нужно длину моего изделия по переду. По переду длина изделия измеряется вот здесь, девочки, через высокую точку груди, до низа низа нашего кардигана я для себя не хочу длинный кардиган потому что э, затем мне нужно будет либо поднимать карманы либо делать их совсем глубокими я делаю так чтобы рука могла свободно входить в карман и быть чуть-чуть чуть-чуть согнутой то есть если рука здесь дойдет до низа кармана но ну, она будет немножко немножко согнута вот такое вот такое мне нужно расстояние для меня это длина по переду 75 сантиметров. 75 сантиметров. И, в принципе, больше мне, девочки, ничего особо не надо. Это такой э, стандартный, простой кардиган. Еще что мне нужно? Мне нужна плотность моего вязания. Плотность моего вязания, я говорила, я высчитываю из моего образца. Особо не делю на 1 сантиметр. Делаю пропорции по образцу. Но тут я вам скажу, приблизительно это будет 2,15 на 3,2 ряда. Хотя у меня по моему образцу 28 петель это у меня было 13 сантиметров. Вот из этого расчета я и буду делать все мои подсчеты. Итак, мне нужно, мне нужно, девочки, количество петель на заднюю половиночку высчитать, количество петель высчитать на каждую полочку и начинать спокойно вязать мою работу. Считаем. Если у нас окружность бедер 102 сантиметра, девочки, значит полуокружность бедер на спинку и на переднюю часть мне нужно 102 разделить пополам. У меня будет 51 сантиметр. На свободу облегания к ним я даю буквально пару сантиметров. То есть у меня сама полуокружность будет 53 сантиметра. Отсюда мы и будем с вами, как говорится, плясать. На, значит... Заднюю половиночку на спинку. Что мне нужно? Мне нужно рассчитать количество петель. Отсюда я и буду рассчитывать. Если у меня 28 петель на 13 сантиметров, то на 53 сантиметра мне нужно по пропорции 28 умножить на 53 и разделить на 13. Это школьная программа. 114 петель. 114 петель у меня на спинку. Я еще добавлю плюс 2 крайние. То есть у меня на спиночку будет 116 петель. Все, я посчитала спинку моего кардигана. Теперь по передней части. Передняя часть. Состоит из двух половинок. Из двух половинок плюс вот такая планочка. Опять же, я делю уже, вернее, у меня есть 53 сантиметра. 53 сантиметра – это спиночка. Естественно, 53 на переднюю часть. 53 моих сантиметра с припуском на облегание мне нужно разделить на две половинки. Это у меня будет 26,5 сантиметра на каждую мою полочку. 26,5. Из них я должна учитывать мою вот эту планочку. Планочку я хочу взять 4 сантиметра. 4 сантиметра. Если я отниму, то у меня конкретно на мою, вот на эту мою полочку и на эту, у меня будет 22,5 сантиметра. Сколько это в наших петельках? Опять я смотрю по моей пропорции. 28 петель это 13 сантиметров, а 22,5 сантиметра это сколько же опять у меня будет моих... Если я все это, девочки, разделю, исходя из математики, 28 умножаю на 22,5, делю на 13, у меня получается 49 петель. 49 петель плюс 2 крайние мне нужно обязательно для того, чтобы сшить и затем обработать кетлевкой. Это будет 51 петелька. Но так как резинка у меня четное количество петель, я добавлю у меня здесь 49 петель, я их превращу в 52 петли. И, в принципе, у меня будет свободно мой кардиганчик, он будет доходить, не стягивая до середины, и здесь какую-то перемычечку тоже я хорошую для себя сделаю, чтобы он, в принципе, не застегивался, но так прихватывался с обеих моих половиночек. Все, есть есть у меня расчеты 116 и 52. Это у меня передняя полочка. Когда у меня все, девочки, посчитано, я могу теперь посчитать, сколько и как мне нужно вязать мое ровное полотно. Если здесь у меня 75 сантиметров, 75 сантиметров, здесь, в принципе, наш рукавчик, наш рукавчик идет где-то около 22 сантиметров. Естественно, на все остальное у нас с вами остается 53 сантиметра. 53 сантиметра. Вот здесь остается 53 сантиметра. Ниже, где-то сантиметров на 8 я хочу. Ниже вот этой моей проймы я хочу сделать вот такой скос при переходе на мой рукавчик. Скос в виде ну, типа подреза у меня будет составлять 8 сантиметров. Если всего 53, значит основное полотно по спинке, по передней части 53 минус 8, мне нужно вязать вот это основное полотно прямой-прямой вязкой 45 сантиметров. Я набираю мое количество петель и начинаю вязать 45 сантиметров либо рисунком, либо лицевой гладью, плюс моя резиночка плюс моя кетлевка. Я буду показывать мастер-класс, девочки, сначала с передней половинки. Показать вам резиночку, затем показать, как я делаю кетлевочку и как я перехожу на мой вот этот ажурный узорчик. Итак, берем нашу пряжу, наши спицы и начинаем работать. Итак, я беру свою пряжу, девочки, у меня три ниточки тоненькие, бобинные, темно-зеленого цвета и одна вот такая, горчично-красно-зеленоватая, такая пестрая нить другого цвета. Мне нужно набрать на переднюю половиночку 52 петли. Я все это делаю обычным способом, никак не выдумывая. 2, 3, 4, 5 и так далее, пока у меня не будет набрано 52 петельки. Количество петель набрано, у вас свое количество, и начинаем дальше, девочки, вязать нашу резиночку. Резиночка у нас идет 2 на 2, то есть мы вяжем 1, 2 лицевые, дальше 1, 2 изнаночные, и продолжаем так до конца нашего ряда. 2 лицевые петельки, 2 изнаночные, резиночку 2 на 2. Сколько нам нужно вязать? Я буду вязать, девочки, 15 рядов. То есть это у меня первый ряд и еще 14 рядов. Считайте по счетчику, чтобы было все четко и передние половинки и спиночка. Одинаковое количество рядов у вашей резинки. Я провяжу 15 рядов и вернусь к вам. Итак, девочки, я провязала свои 15 рядов. Я думаю, вы тоже со своей задачей справились. Это совсем не сложно. Резиночка 2 на 2, 15 рядов. Есть Теперь дальше у нас по модели должна быть небольшая кетлевочка. Кетлевку вы можете делать любым способом, какой вы знаете. Я буду делать сразу, сразу способом в карман, потому что дальше у меня вот эта вся обработочка пойдет точно таким же способом. Поэтому все китлевочки и внизу, вот здесь, и по карманчикам, и по рукавчикам, и здесь по всему полотну я буду делать одним и тем же способом. Как делается такая кетлевка? карман девочки я уже показывала вам в одном из моих видео оставлю вот здесь ссылочку можете посмотреть но сейчас быстренько покажу для тех кто в принципе хочет видеть все в одном видео у меня значит есть лицевая сторона моего узора моей резиночки и с лицевой стороны мне нужно начинать делать кетлевочку я беру другие спицы можно чуть-чуть меньше размером это не важно на них я буду делать вторую половину моей кетлевки что я делаю девочки я беру леску от этой спицы я беру леску от этой спицы и на нее буду делать тоже воздушные петельки. Если у меня здесь, девчонки, 52 петли, значит на дополнительной спице мне тоже нужно добрать. Будет 52 воздушные петельки, чтобы я могла провязать затем 3 ряда лицевой гладью и изнаночную сторону. Вот на этой спице я должна провязать тоже 3 рядочка а лицевой гладью. Итак, начинаем мы с вами у нас, смотрите сюда, у нас с вами другая дополнительная спица. И мы начинаем, делаем из-под нее, из-под лески, а начинаем вязать, в принципе, первую петельку тоже вот так провязывая. Я провязала. Мне надо делать все лицевыми дальше петельками. Подхватываю мою изнаночную петельку, подхватываю и из-под спицы, из -под лески провязываю ее лицевой. Следующую петельку, когда я провязываю, я провязываю сверху моей лески, следующую я подхватываю под моей леской. Вот так. И так двигаюсь до конца моего ряда. Одну петельку я подхватываю, провязываю из-под лески, другую вяжу сверху таким образом девочки у меня на дополнительной спице вот здесь тоже образуются петельки я до конца ряда доберу сама и покажу вам итак я провязала до конца ряда вот этот мой наборный ряд на другую спицу петельки у меня здесь находится вот на этой леске но я с ними пока ничего делать не буду теперь моя задача провязать Провязать изнаночный ряд изнаночными петельками, дальше лицевой лицевыми и еще раз изнаночными. То есть мне нужно провязать три ряда, вернуться, провязать еще один лицевой и еще раз вернуться, чтобы у меня была лицевая гладь на основных моих спицах. Я переворачиваю вязание и начинаю вязать все изнаночными петельками. Никакой трудности здесь нет. Дополнительная вот эта леска, она нам не мешает абсолютно. Ну, хорошо, хорошо подтягивая наши петельки, мы провязываем их изнаночными петлями до конца ряда, затем провязываем лицевой ряд и еще раз изнаночный. И я возвращаюсь к вам. Девочки, я провязала свои три ряда лицевой гладью. На темной пряже не так это видно и заметно. Ну, вот они у меня провязаны. Я постараюсь показать вам посветлее. Вот так. Теперь мне нужно точно так же вот с этой моей дополнительной, вот с этой моей дополнительной спицы провязать три ряда, чтобы была с изнаночной стороны лицевая гладь. Что я делаю? Я немножечко Оставляю ниточки буквально чуть-чуть и отрываю ее и переворачиваю мою работу, вот эту мою работу, переворачиваю на изнаночную сторону. И начиная с самого начала моего ряда, я буду вязать опять же на спицах, на основных спицах, на моих основных спицах номер 3,5. Я буду вязать, девочки, вот эти мои петельки, вот эти петельки, которые у меня сделаны воздушные, их должно быть 52 тоже петельки. Смотрите внимательно, если вам не будет хватать одной петельки, то доберите ее еще, чтобы потом мы с вами могли соединить вместе два вот эти полотна. Итак, я на основную спицу перевожу и начинаю вязать лицевыми петлями. Лицевой ряд, затем изнаночный ряд и еще раз лицевой. Вернусь к началу моего вот этого вязания. Девочки, я провязала три ряда, то же самое лицевой гладью с изнаночной стороны моей работы. И теперь у меня образовались вот такие. Две полосочки из трех рядов с изнаночной стороны на дополнительных спицах и на основных с лицевой. Что теперь мне нужно делать вот с этой моей кетлевочкой? Мне нужно соединить будет спицы основную и дополнительную и провязывать по две петельки вместе, прихватывая одну петельку с основной спицы одну петельку с дополнительной, с основной, с дополнительной. Я покажу вам. Кончик я завязала уже здесь узелочек, и я этот кончик спрячу вовнутрь вот этой моей кетлевочки. Вовнутрь. Итак, я беру вот эти мои спицы, и те, которые у меня на лицевой стороне, и дополнительные. И опять же, основной спицей моей, моей основной спицей, начинаю вязать и соединять вместе петли вот этой моей кетлевки. Как я делаю? Я беру одну петельку, вот одну петельку с основной спицы. Дальше ниточку уберу за спицу, уберу сюда. Одну петельку беру с дополнительной моей спицы, вот с этой дополнительной спицы. Тоже увожу сюда спицу и продеваю ниточку через две петли и снимаю одну и вторую у меня образовалась одна моя петелька дальше продолжаем и делаем ту же самую процедуру одну петельку я беру с основной спицы вот она лицевая петелька с основной спицы одну со второй спицы и ниточку протаскиваю через две петельки делаю из двух одну еще раз показываю беру одну с основной спицы петельку, завожу в дополнительную вот эту спицу и прихватываю обе петельки и хорошо их стягиваю. И так делаю, девочки, до конца моего ряда. Итак, девчонки, все. У нас связана резиночка. У нас сделана вот такая шикарная кетлевочка. Вот так она смотрится с изнаночной стороны. И так с лицевой. Все четко. Красиво. Давайте приучать себя, девочки, вязать очень аккуратно, очень красиво, чтобы смотрелось так, как на наших моделях. Все, кетлевочка сделана. По изнаночной стороне. По изнаночной стороне мы провязываем следующий изнаночный ряд, весь изнаночными петельками и возвращаемся к лицевому ряду. Провязали мы, девочки, с вами изнаночный ряд. И все, у нас вот эта нижняя часть карманчика, вот эта нижняя часть карманчика подготовлена. Теперь с лицевого ряда вы можете начинать вязать ваш ажурный узор тот, который выберете вы. Либо же можете воспользоваться тем, который вяжу я. Либо же еще разными узорами, разными сеточками я вам в углу оставлю ссылочку на узорчики. Выбирайте любой. С лицевого ряда вы вяжете ваш ажурный узор. Так, чтобы вот все это все это расстояние от резиночки до конца узора приблизительно было равно, давайте решим, 25 сантиметров. У кого размерчик побольше, можете связать 30. 25 сантиметров. Вы вяжете один карманчик, 25 сантиметров. Такую же процедуру проделываете со вторым карманчиком. И точно так же вы набираете резиночку 2 на 2 делаете кетлевочку и вяжете или лицевой гладью, девочки, либо рисунком, который предложила я, либо своим любым рисунком до 45 сантиметров. Я думаю, это большое вам задание. На выходные я уже показывала вам, что я связала один карманчик. Я тоже закончу второй. И у меня уже связана спиночка. И дальше с новой недели, с новыми силами мы будем продолжать с вами наш кардиганчик. Вот так будет выглядеть наш карман. Смотрите, я связала резиночку, связала мою кетлевочку, связала мой карманчик. Естественно, он не стиран, не отпарен, ничего. Вот так у меня выглядит мой карманчик у вас на вашей пряже, вашим рисунком будет выглядеть ну, совсем может быть по-другому. Но мне очень нравится моя расцветка, очень нравится вот этот узор. И в конечном итоге я буду, будет, я думаю, будет очень шикарный кардиган. Все, девчонки, школьницы мои, пчелочки, я вам дала задание на выходные, дала очень много задания связать вот такие два карманчика. И те, кто у меня прям отличницы, отличницы, можете вязать спинку лицевой гладью, либо вашим узором. 45 см спинки. И со следующей недели мы продолжим наши труды. Всем пока-пока. Хорошим вязальным вам выходных.